Тож до нашої студії завітали перший заступник голови Миколаївського її обласної організації Конгресу Азербайджанської України Магір Кулієв та Руслан Зейналов, представник Азербайджанського національного товариства. Доброго ранку вам. Доброго. Вітаємо вас, вітаємо зі святом Наврузу і давайте поділимось із нашими телеглядачами, що ж це за свято таке і які у нього традиції. Ну, начнем с того, что я вас тоже поздравляю с этим праздником. Почему? Потому что в 2010 году, значит, ООН объявил праздник Новруз международным днем Новруза. Поэтому, раз его объявили международным, значит, всех поздравляю с этим днем. Этот праздник – День равноденствия. Значит, он отмечается 21 марта. Новруз символизирует обновление природы человека, очищение душ и начало новой жизни. И в сентябре 2009 года Новруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Новруз Байрамы отмечает вообще ареал этого праздника от Балкан до Средней Азии. То есть очень многие народы, в основном тюркоязычные, персичные народы этот праздник отмечают. И этот праздник один из древнейших в мире. Этому празднику более 7 тысяч лет. Ничего себе. Да, поэтому это праздник не только азербайджанского народа, многих народов на земле. Что еще рассказать про этот праздник? Это про традиции. Да, про традиции. Значит, Новруз Байрамы – это, опять же, как я заметил, день весеннего равноденствия. И символом этого праздника является сямяни, то есть проросшая пшеница. Его да, дома специально ну, там за пару недель, значит, каждый день поливают водички теплой, чтобы она вот так проросла. И как бы это сямяни, во-первых, пшеница это как бы, да, как говорят, всему голова хлеб. То есть получается, что более 7 тысяч лет назад, значит, вот пшеницу ценили, и он является символом возрождения земли, возрождения жизни. И кроме этого, по крайней мере, у азербайджанцев принято накрывать вот такой, это называется хонча. Угу. То есть хонча, это означает поднос, на котором, значит, вот эти сладости азербайджанские, восточные, вот пахлава, шачар-бура, бадам-бура. Потом, кстати, за пахлаву хочу рассказать, может, многие не знают, пахлава. Он должен быть или из 9, или из 12 слоев. Угу. Почему? Особливость. Это символизирует слои земли и атмосферы. Угу. Да. То есть, поэтому здесь тоже есть как бы... Такой цікавый символизм. Да, такой цікавый символизм, да. И получается, что кроме пахлавы, вот здесь есть шакербура, там начинка из грецкого ореха, он как бы символизирует луну, правда, здесь еще должно было, у нас есть такая, значит, еще там гугал называется, она круглая, а он символизирует солнце. То есть каждый из сладостей символизирует, ну, так скажем, какое-то небесное тело. Хочеться від вас дізнатися, як традиційно вітати із Наврузом на вашій рідній мові. На нашій рідній мові? Новруз байрам розмі баряч. Поздравляю з праздником Новруз. Тож, друзі, щойно нас усіх привітали зі святом Навруз. Як ми дізналися, символи Наврузу – це паростки пшениці, це святкові солодощі. Ми бачимо розфарбовані яйця. Також, чи правильно, правильно я да, бачу? Так, да, все правильно, так. Да. І цукерочки. Да. Все це на такому величезному кошику. Які ще є символи святкування Наврузу? Відомо взагалі, що це свято святкується 13 діб, здається. Ну, так в давнину святкували, ну, так точно. По крайней мере, как я представитель Азербайджана, поэтому могу говорить только за свою родину. У нас в Азербайджане официально 5 дней, значит, 5 днів. Да, празднуется этот як праздник. Ці, як на, протягом цих 5 днів святкується Навруз? Ну, в основном, как бы, везде народные гуляния. Ну, естественно, обычно в эти праздники все, ну,
Родные, думаю, близкие, что сначала друзья. Збираются в одній родині, да, а ваш... потім ходять, да, в гості. 21 число, естественно, как бы все должны быть в своем доме, там, в семейном, вокруг семейного очага. Ну, в общем-то, в этот праздник все ходят в гости, угу. Даже вот, ну... Відомо, що навіть відміняються всі роботи. Да, всі, да, да. Тут... Ну, по крайней мере, вот сейчас не так, ну, допустим, да, я как сказал, этому празднику 7 тысяч лет. Угу. Вот во время этого праздника, там, в древние времена, магазины, лавки, все закрывалось, да, люди праздновали. И, кстати, вот говорят, что в этот праздник все люди, которые в ссоре, должны помириться, забыть, ага, все обиды, протянуть друг другу руки. Еще один из обычаев нареченный, да, вот обязательно, если, допустим, у кого-то есть невеста, угу, с подарками, с такими вот подносами хонча, идут, включая от ювелирных изделий, кончая там другими, ходят к невесте в гости, то есть поздравляют, это обязательный, так скажем, вот обычай. Ох, подобається мені ваш цей звичай. А окрім наречених, ще хтось може отримати подарунок на свято Навруз? Ну, естественно, друг, ну, как бы, люди друг друга поздравляют, ну, конечно, с улицы там не будешь кому-то дарить подарок, да, но друзьям, родственникам, понятно, что даришь подарки, поздравляешь, да. И, кстати, один из обычаев, да, я помню, как бы, свое детство, у нас, допустим, Навруз Байрамы, мы, допустим, к соседям в дверь стучали, шапку ложили под дверь и убегали. И обязательно, кто бы не открывал, они шапку забирали, там ложат те же сладости, конфеты, шакербуро, пахлаву, да, потом, то есть, набирали такой большой куш с этого, хотя всего этого дома было, понимаете, но, тем не менее, это было, как, тобто, да, діти, интересно. Тобто, діти, мабуть, обирали найбільше. Да, да, вот. А зараз дітлахи бігають так, і, да, з шапками, да, по родичам, по друзям? Самий, да, то же самое бегают, да. Вот. А ось ще правда, що в останній день потрібно вийти в поле і поєднатися з природою, щоб все-таки прийняти це свято якось з землею, з рослинами, з сонцем? Ну, это в основном в сельских местностях, естественно, uh-huh. Ну, как бы, да, в городе такой возможности нету, да, но опять же, вот, понимаете, я считаю, что этот праздник, как бы, да, ну, считается Новым годом, то есть, все мы знаем, что, допустим, да, если взять февраль месяц, там, или там декабрь, ничего не меняется, это зима, а вот 21 марта, когда весеннее равноденствие, земля оживает, все начинает цвести, uh-huh. Ну, здесь не цветет, в Азербайджане уже цветы есть на, ну, я имею в виду фруктовые деревья, уже все расцвело. Раньше и в нас все цвіло цього року, тільки. Але я думаю, якщо правильно зустрінемо Навруз, то весна все ж таки до Миколаєва повернеться. Так, да, я теж надіюсь, да. І там, що земля оживає, все цвіте, то есть, на самом деле ти видиш новий. Кстати, Навруз з переводу з фарсі – це новий день. Угу. Да, Навруз, нов, да. Это новый, руз, это день. То есть Навруз, новый день, то есть новый день, новая жизнь, новые надежды, понимаете? Я считаю, что это на самом деле праздник тож такой секрет символический. Для нашей ранковой программы «Новый день», да, свято, да, Навруз, да, по-особливому, да. Рідне. Да. Ми тепер будемо щороку його святкувати. Дякуємо, що поділилися із нами секретами святкування Наврузу. І я тепер сподіваюся, що це свято стане однією із традицій у оселі кожного з миколаївців. А вам пропонуємо привітати миколаївців зі святом, привітати усіх ваших друзів, знайомих, а також побажати те, що традиційно бажається на Навруз. Дякую за предоставлене слово. Дорогі друзі, дорогие земляки, дорогие украинцы и все те, которые нас смотрят. Как я уже отметил, что этот, как бы, не я его объявлял Международным днем Навруза. Да, поэтому это на самом деле международный праздник. Я, с вашего позволения, хочу поздравить всех людей, которые нас смотрят, которые знают про этот день, поздравить всех от имени председателя Конгресса азербайджанцев Николаевской области Магира Валадина Айдыновича. От всех азербайджанцев, от нашей диаспоры, от себя лично поздравляю всех с этим прекрасным праздником, с Днем Весны. Я желаю всем, чтобы на самом деле вот в эту весну у вас в жизни появились самые наилучшие новые желания, новые надежды, чтобы все в вашей жизни, как эта пшеница, росла и была таким же красивым. И все наилучшего всем. Поздравляю еще раз. Дякуємо нашим ранковим гостям, приєднуємось до привітань, вітаємо з Наврузом абсолютно усіх миколаївців та жителів області.